И вопрос победы решилось то, что они нас просто переиграли где-то на опыте. То есть они нам не простили наши ошибки. У нас моменты были по двум периодам, где-то так, по бокам ведем более-менее. Тем не менее, нам не хватило опыта игры со взрослыми командами. Дожать и выжить из голевых моментов гол. Это основа. А? В принципе, содержанием игры своей команды я в какой-то мере доволен, но результат, естественно, нет. То есть, знаете, как говорят, расти молодежь должна на победах, а не на поражениях. Хотя есть поражения, мы будем делать выводы, которые помогут в дальнейшей нашей работе. Все. Я полностью поддерживаю коллегу Иван Александрович. Вот, игра удалась, игра была хорошая. Ребята мы предупреждали, что ребята молодые, у ребят есть цель. То есть появилась новая команда с хорошей целью. Это игроки, которые хотят играть выше, хотел стремиться. И все данные, кажется, есть, и работа, и организация, и тренерский состав отличный. То есть новая команда типа, появилась в ВХЛ, это здорово. Тем более такая амбициозная, молодая.
ни вера, ни авторитеты, ни на счет, продолжает играть, помнит свою линию. Это очень здорово. Вот игра понравилась, болельщикам понравилась. И кто не отслеживал свою болезнь. Все искали счастья в атаке. Ну, вот, нам, можно сказать, больше повезло. По моментам, которые мы создали, мы реализовали. Соперники были очень хорошие моменты. Опять же, мастерство чуть было у нас повыше. Вот, и мы играли дома. Поэтому где-то некоторые моменты у нас получались повыше. А так, спасибо болельщикам за поддержку. Счет был 2-1, слышали болельщиков. Забиваем третий, естественно. Решили исход матча. А так в концовке, конечно, была непредсказуемая. Моменты и теперь не были очень хорошие. И в том дело, что не то, что наши ребята ошибались, защитники, там, центральные нападающие, они заставляли своей игрой, грамотной игрой, заставляли нас ошибаться. Вот что самое главное.